Добрый день, товарищи. Вот у нас погода пасмурная, моросит дождичек мелкий-мелкий. У меня вот расскажу про такую проблему. Вот опрыскиватель, вот Ярмет, который я купил лет 20 назад, наверное. Вот такой на нем стоит насос. Вот. Но этот насос стоит, вот смотрите, у него середина, средняя часть дюралевая. Вот крышечка, все. Значит, я к чему? Значит, у меня, я работал, затем у меня пропало давление. Значит, перестало форсунки брызгать, все дела. Но я остановился, смотрю, а у меня, сейчас я вам покажу, вот та крышечка, которую я вам показал сверху, да? Она вот она. Вот в таком состоянии эта крышечка, вот смотрите. Вот. Это не я сделал, это давление. Короче, оторвало эту крышечку, я порвало вот такую мембрану. Ну и значит, что я сделал? Звонил в Староминскую, мне сказали, есть такая крышка, а вот здесь еще сосок стоит, сюда воздух накачивается. Вот, значит, 550 рублей стоит. Ну, туда ехать 200 километров. Я думаю, поищу поменьше, по месту. То есть по месту у нас 2800. Вот за эту штуку 2800, понимаете? Ну, это не знаю. Это жадность торговцев безмерна. Значит, тут приходит ко мне сосед, говорит, так и так. Значит, у меня сосед, хороший сосед у меня. Вот, говорит, я тебе дам эту крышечку, но у меня она нового образца, там, где середина пластмассовая. Она пластмассовая в середине. Вот эта мембрана стоит не такой формы. Она стоит такая плоская, такая толстая и ровная она. И такой буртик у нее большой. Вот. Ну, а, сейчас это расскажу. Вот разобрали, да? Значит, под ней стоит вот такая железячка, а под железячкой вот такая прокладка. И вот смотрите, вот видите, вот в это место ее выдавило. Вот ее выдавило, это порвалось, сюда пошла это, и здесь трещина была уже, видать. Вот я пытался заклеить ее вчера, а потом она лопнула мне сразу. Вот. Значит, я вот это все в дело вытаскиваю с этого опрыскивателя, как говорится, старого образца. Вот и ставлю туда его. Его мембрану ставлю, его крышкой закрываю, накачиваю, а сосок перекрутил, отсюда выкрутил, туда закрутил. Вот. И этот. Закачиваю в него. Тут написано 1/3 от рабочего, 1,5 килограмма. Ну и все работает. Тут два опрыскивателя уже там по огородам повыливал. Все работает нормально. Вот поэтому я так думаю, что вдруг кому-то пригодится, если у вас, как и у меня, лопнет вот эта штука, и вот этот, он, вот такого же, таких мембран уже в продаже нет, вы их не найдете. Вот, но у меня есть в запасе еще одна. Вот, то тогда, значит, ставите ту, снова уже с плоскую такую, и, значит, перекручивайте, и она будет все работать. По крайней мере, у меня отработало, 8 гектар отработало. Поэтому на этом все. Вот. Вот она зацвела, черешня. Черешня цветет. А нету ни одного насекомого, которое бы его опыляло. Ну все, на этом до свидания. До новых встреч.